быстро поняли. Ага. Все нормально, среагировали сразу. Не нервничай, друг друга прикрывают, отошли, потому что глупо сейчас, сломя голову, за ними бежать. Ну, то есть они, становится, заходили практически на вашу территорию, да? Да вот гаражи, вот забор здесь рядом, меньше 50 метров. Ребята, зеленка заметила. И растяжки ставят постоянно, сигналки. Благо у нас есть собаки, они собаки обучены, благодаря им. И потери у нас. Только за позавчерашний вечер и вчерашний около 7-8 шума световых гранат. Только собаки. Местные дворняжки разминировали для нас. Люди уезжают, бросают. Мы им благодарны. Животных. Мы их подкармливаем. И они у нас бегают и помогают нам. Покажите нам порой собаку одну. Пожалуйста, они у нас около курили. Они устав особо не знают. Нас их всегда хотят. Меня зовут Дмитрий. Родом я из Крыма. 20 лет живу в Москве. Позывной Таран. Меня многие знают. Спасибо, Таран. А из Сибири? Это Бакс наш. Бакс – это наш сторож. Когда он спокойный, значит все спокойно. Ребята, не бойтесь, Бакс с нами. Когда он убегает куда-то туда, значит будет нападение. Это баронка. Бакс. Звонок. Бакс. Бакс. Ищи укропа. Ищи укропа.